Всем привет! Тест камер на бюджетных дронах. Вот в такой последовательности будет проходить тест F11S, F7, KF101 Max 1, SG906 Max 2. Начнем с FPV. Значит, вот запись с экрана F11S. Ну, на что обращаем внимание? На угол обзора, ну, вообще цвета. Как выглядит, смотрим на частоту кадров передачи, вот как едут машины там с рывками, без рывков, плавненько, там еще как-то. Вот, ну так более-менее, кстати, неплохо выглядит. Дальше будет F7, ну они плюс-минус похожи. Давайте оценивайте, где, на каком из этих дронов будет самая крутая FPV-картинка. Вот F7. Ну, видно, что угол обзора точно такой же. Цвета немного другие. Ну и все, а так вроде. Частота кадров у F7 вообще меньше, но вот по FPV это незаметно. Вроде все то же самое. Так, дальше будет KF101 Max 1. Посмотрим, что там. Да, вот иногда потряхивает, но это просто ветер дует. Дрон на коробке стоит и ветром шатает. А вот, собственно, KF101. Ну, угол обзора поменьше, чем на предыдущих. Цвета плюс-минус такие же. Ну, не знаю, ну, похуже. Извините, чуть похуже FPV, но машины более-менее плавно едут, без каких-то рывков, то есть частота, может даже получше, кстати, частота кадров. А вот это у нас Max 2, ну понятно, что угол обзора здесь намного меньше, но цвета, мне кажется, лучше передаются, как-то более насыщенное все. И обратите внимание, частота кадров здесь меньше по FPV. Видите, как машины едут рывками. То есть картинка сама выглядит прилично, но угол обзора маленький и идет рывками все. То есть на большой скорости лететь будет не очень комфортно. Дальше у нас будут фото. Так, ну смотрим. F11S фото. Дальше F7. Вот, кстати, на F7 как-то получше. Это у нас KF101. А это у нас Max 2. Вот это, по-моему, очень круто. Следующее у нас видео с карты памяти. F11S. Ну, так. Не знаю, оценивайте, смотрите, кому что больше нравится. Цвета вроде ничего. Да, вот так изображение чуть плавает. Не знаю, то ли это ветром пошатывает, то ли подвес просто немного гуляет. Фиг его знает. Дальше у нас будет F7. Но тут частота кадров поменьше. Частота кадров поменьше, но как будто бы резкость получше. Может, кажется. Может, за счет цветов других кажется, что картинка получше. Но вот частота кадров, она видно, что она маленькая. 15 кадров в секунду. Только если очень медленно, плавно летать, можно что-то снять приличное. А так в движении не получится, будет все рывками. Следующее у нас KF101 Max 1. Вот оно. Ну, тоже вроде неплохо. Подвес, конечно, у этого дрона отрабатывает неплохо. И трехосевой, во-первых, электронная стабилизация. Подвес работает хорошо. Ну и дальше у нас будет Max SG906 Max 2.
Не знаю, на телефоне сложно оценить. Где-то надо монитор чуть побольше, чтобы было понимание. Вот так у нас снимает SG 906 Max 2. Угол обзора вообще ни о чем. Но как бы если не с чем сравнивать, а вот так вот ты всегда это видишь и летаешь, то как бы и фиг его знает, какой он должен быть, да? Ну смотрите на качество. Цвета прикольные, цвета мне нравятся, как небо, облака выглядят, как это все здание. Но угол обзора мне не очень нравится. Ну, собственно, все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Всем пока.